Региональные службы по тарифам продолжат работать в прежнем режиме. Об этом сегодня рассказал глава Кировской антимонопольной службы Артем Молчанов. Напомню, накануне президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому теперь Федеральной службы по тарифам больше не будет. Ее функции будет выполнять Федеральная антимонопольная служба. Это значит, что сейчас за тарифы на федеральном уровне будут отвечать антимонопольщики. Это позволит сократить расходы и усилить контроль за ценами, пояснила глава объединенных структур Игорь Артемьев. И к такому слиянию службы были готовы уже давно. Кстати, региональных служб по тарифам изменения не коснулись. Федеральная служба по тарифам – это орган, который существовал на федеральном уровне, занимался федеральными тарифами и методологией в сфере тарифов. Вот этот орган сегодня вливается в состав федеральной антимонопольной службы. О каких-то процессах на региональных уровнях и в нашем регионе, и в других регионах речи не идет.